Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если обожаешь Лего Брик Рикс. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юра Чентони, и сегодня у нас новые полицейские погони в Лего Сити. Привет всем, господа хорошие! Сегодня у нас немножечко новый формат. Как вы и просили, мы, в принципе, сегодня будем делать погоню бандит за... То есть полицейский за бандитом, и, в общем-то, чтобы и там, и там можно было выиграть. Да. Короче, ребята, теперь полицейская машина может восстановиться только 3 раза. Бандит, в принципе, восстанавливаться не может, потому что это было бы неразумно. И в конце нас ждет перестрелочка, потому что остаться должен живых только один. Бандит просто так не сдастся. Бандюга! Пошел ты в задницу, бандюга! У меня, короче, вот такой вот доджик охеренный, просто кабриолет. Давай, ты, кстати, косой, ты мне по крышку не попал. А я и по крышку не стрелял. А летело в покрышку, по крайней мере. Я по голове стрелял. Господи, они у меня сами лопнули. Быстрый подсос, накачка шин. Ну-ка, где я работаю, не работаю. Давай. Ты показывай фокусы там, а я тебе покажу фокус с инвизом. С инвизом? Да. Инвизный фокус? Инвизный. Ашот в инвизе в полицию устроил. Господи, Ашот приехал. Ашот здесь, он следит за тобой. Нормально все. Сейчас мы тебя увидим. Увидим тебя, брат. Слушай, а у меня машина-то не быстрая ни хрена. Такое себе. Да у меня тоже, я бы не сказал, что она прям... Я знаешь, я как будто на прогулке просто в кабриолете своем. Мохито попиваю, безалкогольный еду. Я вижу. В общем, так как у нас всего... 3 раза можно восстанавливать машину, мы едем аккуратно. Я, кстати, забыл, я восстанавливал ее или нет. Не знаю, я ж тебя не видел. Братан, стой! Господи! Что происходит вообще, слышь? Стой! Да не стреляй ты меня, машина едет, подожди. Где едет машина? На, она тебя задавила, что ли? В смысле, куда она едет? Блин, у меня машина по кругу каталась моя. Чё ты меня стреляешь? Господи! Я тебя убил? Не убил ты меня. Убил тебя? У меня сидушка отпала, ну как так-то? В смысле? Я вообще твою машину не вижу. Да вот она, вот я на ней стою. Где? Вот она. Посмотрите, его психушку. Вызывайте психушку 03 быстро. Господи! Ты куда поехал? Да я тебя убил, дура! Ни хера ты меня не убивал, я с тобой не перестрелялся даже. В смысле? Ты чё, больной, что ли? Да ты просто так стрелялся, а я за машиной бегал. Господи! Так я тебя убил! Не убил я же меня. Мент, я тебя убил! Ребята, напишите в комментариях, что я его убил! Ты наркоман, мент! Господи, ты до моей задницы не доезжаешь, у тебя же перед разваливается. В смысле? Я тебя бортую. Этого не было, этого никто не видел. Это было смешно, по крайней мере. Ты так, тебе вообще восстанавливаться нельзя. Какого хера ты восстановился? Да я знаю, я просто катаюсь, что ты. В смысле просто катаюсь? Тебя хочу уничтожить еще раз. Капец, ну ты. Блин, ребята, ну я не ожидал такого от своей машины. Она очень прикольная, вроде мощная. Жопа у нее так вообще там один стальной куб. Но она просто перевернулась. Да, конечно, потому что я тебе в бочину на всей скорости врезался. Ну да. Короче, ребята, как-то вот так. Мент сколько раз установился? Один, да? Ну, по-моему, да. Даже ни разу, по-моему. Ну да. Господи. Это опасно, братан. Слышь? Господи. Слышь, смотри, вышел герой. Под машину просто залез. Я решил машину починить. Не, ну слушай, ну она так-то у тебя крепкая. Вот. Она крепкая, она прикольная, но, короче, у нее что-то не так снизу. Она, короче, багуется. Короче, вот так как-то. Я пошел за полицейской машиной, мы повторим нашу поездочку. Друзья, в общем, продолжаются наши погони. Мы вот на таком вот красивом доджике, или как его там называют, в общем, угоняем от мента, как всегда. И у нас нету, так сказать, ошибок, попыток на ошибки. Да, Прав на ошибку, надо хотел сказать. У нас, короче, ментярский и полицейский доджик, я так понял. Он довольно-таки неплохой, но в плане управления не знаю. Надо поаккуратнее будет. Немножко такого, знаешь, внимание на дороге добавило, что ли, такое вот разнообразие небольшое. Ну да, есть такое. То есть ошибаться нельзя, то есть мы поэтому это... Но, ребятки, опять же, бандит может... то есть бандит у нас не восстанавливается только тогда, когда в него врезается мент. Да, до этого момента он может спокойно восстанавливаться. А я смотрю, ты там переворачиваешься, значит, да? Почему не? Нет. А где ты есть вообще, уважаемый?
преступник. Я гоняю по городу. По городу по гоняет. По городу, дизелю здесь с девчонками, все дела. Дизелю с девчонками? Ну-ка, да, девчонок, делись давай. С лего девчонками. У кого квадрат побольше? Да, у кого квадрат больше, да. Так, ты где? Опа, опа, опа-па, опа-ра-па-па-па-па. Опа, опа, опа-па, опа-ля-па. Ты такой чистотом забора, братан. Здорово. Господи. Здорово, брат. Господи, господи, здорово, господи, брат. Я доехал на твои деталюшки, и это жопа боль прям. Здорово, здорово, коль не шутишь. Давай, давай. Так. Разгоняй свою кочегарку. Мне не нравится твой хромированный бампер. Почему? Потому что он выглядит очень прочным. Нихера я... Ой-ой-ой, угла дал, передрифтил чуть-чуть. Это бывает, ничего. Блин. Ладно, а слушай, немножко опасно. Открываться. Опасно немножко, то есть надо же скорости добавлять, а машину когда несет, такое себе. Да-да-да, кстати, а тебе можно восстанавливаться 3 раза только. Да-да-да, поэтому... А тебя никто не въезжает. Я уже еду, братан. Да, я вижу. Опа-па-па-па-па. Да господи, что меня так перекрутило-то, а? Прям как в американских фильмах ты сейчас дал. Не, он, короче, угла дает нормально, но ему не хватает мощи, чтобы потом вырулить как надо. Да ладно. Куда ты делся? Угла даю. Господи, он пропал. В 3 домах, по дворам срулил. Он пропал здесь. Просто по дворам срулил куда-то, а куда, не знаю. Нормально, нормально, давай ищи ментяра позорный. Господи, если я тебя увижу, я тебя пристрелю сразу. Юрка, Юрка! Опа. Тихо, Юрка, я пошутил, брат. Да-да-да-да-да-да-да-да, давай, твою мать, едь, ласточка моя! Ласточка, лети, порхай, твою мать! Беги, беги, порхай, все дела. Ой-ой-ой, господи, красава, красава, вот, красава, вот тебе повезло сейчас-то. А ты считаешь, сколько раз ты восстанавливаешься? Да, я еще не восстанавливался, я вот так и катаюсь. А то он навертит нам нормально. Я тебя сейчас на свой вертел нормально наверчу. На! Ой-ой-ой, ты что сделал? Господи, я в тебя врезался, что я сделал. Да ладно, да. Меня врезался? Ты даже не доехал. Так, хорошо, но машину я не восстанавливаю, я встал на колеса, и у меня пол крыши осталось. Просто охренеть. Блин, у тебя жопа прочная, я тебя походу не протараню, если только в бочину. О, и вот он едет, едет такой, ковыряет там. Блин, вот если бы ее не заносило, короче, на поворотах, я бы тебя уже, наверное, достиг. Но это не ты, точно. Ты знаешь, как этот, как его? Да твою мать, гребаные дома! Понастроили тут говна этого всякого. Слушай, ну она у тебя довольно-таки тоже прочная, слушай. Ну, я еще не восстанавливался ни разу. На маленькой скорости, он значит меня рофлит, да? Ты смотри, мент может М-ку достать. М-ку, не надо, М-ку есть обратно. Господи, одна деталюшка только отлетела. Ты, да почему ты еще не восстанавливаешься? Слушай, она у тебя прочная тоже какая-то. Ну да, только она расслаивается, как пирог просто. Я хочу, чтобы бандит выиграл, а ты что-то как-то не рушишься. Ну, давай, рушься уже. Ага, я понял. Все, поехал. Вот так вот получше будет. Ой-ой-ой-ой-ой. Я дрифтую теперь. Вот это получше будет. Вот это, говорит, получше будет. Жалко, что только одно. Блин, а машина действительно прочная. Слушай, а бандит может это, базуку доставать? Базуку? Да. Из кармана исток? Какую-нибудь? Да, да. Миниатюрную? Не, ну почему? Из машины там. Из машины? Да. Это вряд ли. Так, ну... Блин, ну смотри, ну ты еще ни разу не восстанавливался, да? Да. Охереть, она у тебя прочная. Прочная-то она может быть прочная, но она ничего сделать не может тебе, вон чехерово. Ну это ладно, хоть ничего, но у меня двери открыты, так что мне может любая пуля сюда залететь. Я больше рассчитываю на открытый движок, который у меня есть, чтобы в тебя хорошенько заехать, и он рванул. Вот это, не надо. Вот это было бы по красоте, на самом деле. Так ты сам же взорвешься. Ну и ладно. У меня 3 восстановления есть. 3 восстановления? Ну жизни-то у тебя больше нет. Ну ладно, что. Другой мент появится в Лего Сити, это нормальное явление. Ладно, ты мне надоел что-то, поехал я дальше. Да ты мне надоел что-то. Да ты мне надоел. Господи. Это настоящая погоня бандита против полицейского. Ты видел, что я сделал? Я 360 градусов сделал. Да ладно. И дальше поехал.
Да чё, как оно у тебя ездит до сих пор? Я понять не могу. В смысле? Так у меня ничего не сломано. Ты, а почему у тебя крыша, что ли, целая стала? Слушай, у тебя же была крыша рухнула. Нет, она рухнула. Тут под крышей еще крыша была. Да ладно. Ты серьезно говорю? Я херею вообще. Он говорит мне, что у меня машина прочная, а у самого-то... Да ты, ёб твою ж мать, остановишься? Нет, сегодня достал меня уже. Да серьезно? Слушай, допустим, что у тебя три восстановления вместе с твоими жизнями. Чего? То есть, если я тебя убью, то у тебя останется два. Ну, ты меня не убивал. Ну, нет, еще пока. И не убьешь. Пока не убивал. Господи. На тебе! Да ты серьезно, что ли? Господи, патроны закончились. Ну, как так-то, а? Что происходит, вообще я понять не могу. Что это за говномашина? Пошел ты отсюда. А я тебе что, ничего не пробил, что ли? Нет. А вот я тебе все пробил. О! Это что было сейчас? Она пополам, братан, развалилась. Где ты? Где ты, блядь? Где ты, блядь? Где? У меня просто на деталюшках все подряд было сейчас. Это, знаешь, это минута удовлетворения, когда выстрелом пульки машина развалилась просто. А это капец, что-то дичь какая-то была сейчас. Слушай, а моя осталась, смотри, она целая. Он таранил ее, а она какого-то хера взорвалась от пули. Причем на две части сломалась. Она не взорвалась, она сломалась, именно она рассыпалась. Так я и говорю, на две части, посмотри. Что-то интересненькое, ребята. О, это, короче, козырек теперь. Я понял. Да, ребятки, так что, блин, пишите в комментариях, какая вам погонька понравилась. И, в общем-то, ставьте лайки, не забывайте и поддержите нас. Да, ребята, спасибо за просмотр и до скорых встреч. Пока-пока, ребята.